Всем привет. Ну что, расчехляем этот год с нового видео по запуску вот этого вот локомотива. Это один из платников чешских. 186. Интересная машина. На скриптах. Но видео много, где видео было выложено много по этому локомотиву. Но я самый упрощенный вариант покажу. Без заморочек. Потому что я видел, там цифры нажимают, коды вводят какие-то. Но они, он, в принципе, и так запустит без этих кодов. Итак, ну давайте начнем. Меньше слов, больше дела. Садимся в кабину. Стрелочками. Стрелочками перемещаемся назад. Разворачиваемся. Вот здесь должен рубильник быть. Клацнули по нему. Левой клавишей мыши. Дальше вправо повернули, возвращаемся опять на место машиниста, садимся, ждем, когда загрузится компьютер, вот этот, оба. Дальше будет предупреждение, штурм какой-то там, ну, слышите сейчас. А, кстати, можете сразу на ход поставить. Ход это WS, вперед-назад, реверс. Штурм, штурм, штурм. Ну вот, штурм, штурм у нас. Давайте отпустим сразу тормоза. Ну, тормоза это как обычно у нас. Значит, поездной это GE, двоеточие, и тут запятая. И скобочки, и Х, мягкий знак, русскими или скобочки. Так, теперь что делаем? Поднимаем пантограф. Замыкаем цепь. Так. Давайте отпустим стояночный тормоз. Опять же надо назад. Стрелочками. Вот этот. Жми. Нажали, отпустили. Перемещаемся обратно. Вот здесь тоже надо отпустить. Нажать. Так, сейчас будет прокачка давления. Давление, прокачка воздуха. По идее, должен как бы компресс сработать, но что-то он не срабатывает. Так, сейчас до нуля сбросится. Все равно тестировать систему нужно, иначе он не поедет без этого. Так скрипт написан. 2, 1, 0. Так, чтобы протестировать систему, жмем 4, еще раз 4, дальше. 1, 2. Все, теперь ждем, когда он все проверит. По-моему, компрессор заработал. Да, компрессор работает. Тут написано Макс 140-160, но я максимально разгонял его до 184, именно вот по прямой до упора с чистым градиентом 0,0. Так, все, да? Что делаем дальше? Слушаем внимательно, смотрим внимательно. Просто нажать на клавиатуре AD, но D будет работать. D это как он называется-то? Электродинамический, по-моему, тормоз, да? Вот. D будет работать, но вперед вы не сможете. Вот так вот. Вот. Жми, не жми, не будет ничего. Что нужно сделать для этого? Для этого нужно нажать клавишу E и чуть-чуть дать вперед. Все. Дальше набираем позиции.
Это я очень резко дал. Еще раз. Вот. Немножко дали. Видите, он набирает эти амперы. Можете еще раз так. АД, АД. Сброс, значит, D пол удерживаете, да, и сбрасываете. Набор E. ЕА. Ну так вот, в принципе. Коротко. Что тут у нас есть еще? Свет. Это фары. Это дальний. Дальний, ближний. Рефлектор, вернее. Прожектор. Это песок. Подача песка. Это я не знаю, что. Это что-то связано с этой сифой, или как она там называется, которая предупреждает. Ну, собственно, и все. Ну, давайте немножко проедемся. Я тут на скорую руку скачал маршрут чешский, поскольку это чешский локомотив. Ну, чешско-немецкий, скажем так. Вот. Сильно гнать не будем. Сяду в кабину, здесь потише. Гудок локомотива на клавиатуре М, Н. М сдвоенный, Н одиночный. Тут нет тифон, свисток. Это Б, Н. То есть Б 1, Н 2. Перебор. Так, что здесь еще работает? Окна, двери. С той стороны то же самое. Шторки работают, опускаются. Так, можно поддать газку. Ну, вот такой вот был запуск. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Удачи вам всем. Пока.